В некоторых случаях можно заработать и в гордом одиночестве. И тогда косяков меньше, а качество выше. Вот об этом сегодня и будет разговор на фоне СВ Авто, которая продолжает нас радовать весьма аппетитными ценами на запчасти для иномарок. И расположено оно здесь, на улице Октябрьской, 22. И вот уже практически год. Практически год нашей дружбы. За это время вы что видите? Вы видите изумительные результаты. Сегодня и сейчас уже многие знают, что такое СВ Авто. Сегодня и сейчас уже многие знают, что качественные и дешевле запасных частей на все иномарки, ну, вам еще надо будет поискать. Сегодня и сейчас все знают, что лучший вариант – это все-таки приехать сюда, на улицу Октябрьскую, 22. В принципе, всем станет ясно, как зарабатывать на запасных частях по китайскому принципу. Лучше продать много и не задорого, чем ждать лошарика, которого можно раскрутить. К слову, да, к слову, о том, о чем мы говорим. Мы говорим о отличных штучках. В смысле, отличные штучки, они, кстати, в России производятся. Вот прямо передо мной то, что вы здесь можете себе купить. Это Феликс. Все делается в России. Давайте все-таки поговорим о том, что Россия что же на месте не стоит. Вы там что думали? Ну, понятно, что у нас какие-то проблемы возникают. Понятно, что мы будем некоторое время жить в некотором отдалении от стран Запада. Потому что они чуть-чуть, видать, забыли, да, что мы сами Крыму передали. В смысле, не мы передали. Это даже не оправдывалось. Украину. В смысле, Крым передали Украине. Сейчас мы это, естественно, забрали. Не по одной простой причине, потому что люди там так сказали. Ну, не хотим мы там жить. Ну, народ, видать, подтупливает. Мало того, народ реально подтупливает и не понимает, что ни в свое время, ни Казахстана, ни Молдавии, страны Прибалтийского региона просто вообще не существовало. Это что надо сказать спасибо Владимиру Ильичу Ленину. А до этого нет, только территория Российской империи была. Вместе с Польшей, вместе с Финляндией. К сожалению, вот Аляску мы отдали, а так было бы вообще неплохо. Представляете, огромная территория России на два континента раскинута. О! Ну, в смысле, она и так на два, а так бы еще на три. Ладно, не в том, что это будет. Мы же сегодня про запчасти говорим. То есть мы не будем говорить, что в России ничего не делается. Да, делается. Да, делается, и все это есть здесь. Кроме всего прочего, мне вот сейчас рассказал человек, да, а я вам показал, и неоднократно показываю, что есть определенные вещи, которые стоят абсолютно все недорого. То есть, в принципе, если вы что-то можете делать сами, вы сюда приходите и все это дело сами не покупаете. Никаких проблем не существует вообще. Я посмотрел, вы себе заказали масло и фильтр. Нормально? Да. То есть, здесь берете, да? Но одновременно с этим у вас будет... Проблема у вас стартер, да, немножко там? Ну да, запчасти на стартер надо. Вы расходники. Это все здесь увидели, да ведь? Ну да, спросил. И ценники, скажем так, ценники не удивили вас вообще, да? Ну, в принципе, приемлемо, нормально, вполне. А оно, конечно, было бы хорошо. Само все делать. Да, это можно делать. Но не каждый это может делать своими руками. Потому что... Ну вот, допустим, каждый человек, в принципе, может поменять тормозные колодки. Легко. Каждый человек может, в принципе, поменять фильтры и масло. Тоже легко. Вообще никаких проблем нет. Каждый человек, в принципе, может поменять свечки. За исключением человеков, у которых есть оппозитный двигатель. Вот, ребятки, там вперед из песни. Давайте, давайте. Вот. Не каждый человек, ну, может поменять подшипники, ступицы и все остальное. Ну, там придется поработать. То бишь, я вам сейчас просто объяснил, как вы можете деньги экономить. Можете это дело экономить. Но, к сожалению, у нас возникает маленькая проблемка. Сейчас, конечно, очень хорошо, когда на улице весна, лето и все остальное. Вы можете спокойненько заниматься в гараж, в саду. Вообще супер. Ну... Вы же понимаете, что лето у нас коротенькое, всего 4 месяца, а потом опять зима. Поэтому оптимальный вариант срочно-срочно приехать в магазин и свой автор. Срочно-срочно посмотреть
что с вашей машиной происходит, естественно. И срочно-срочно все это дело поменять. Потому что срочно-срочно, опять же, время у нас короткое. Лето всего лишь. Проблемки у Nexia возникли. То есть проблемки с Nexia решили за 10 рублей всего лишь? Да. Хорошее место? Хорошее. Итак, давайте определимся, как человек работает. Он работает в гордом одиночестве, то есть на себя. То есть никого не приглашает и, в принципе, получает весьма приличную прибыль. Вот эти штучки – это то, что пришло сегодня. Каждый божий день эти штучки увеличиваются. Потому что очень большое количество запасных частей, которые он вам предлагает. По одной простой причине. Есть машины, западные машины. И на них количество запчастей гораздо больше, чем на наши машины. Поэтому, прежде чем вы себе что-то купите отечественное, еще раз вам подумал бы, стоит ли вам это делать. Потому что вы пришли куда? Вы пришли в СВ Авто. Даже если вы спросите, если вы посмотрите в интернете, на eBay или вообще минимальные мизерные цены, то придя сюда, вы поймете, что мизерными ценами там не являются. Потому что не везде и не все и не всегда выдают свой товар для размещения в интернет-аукционах. Но вы представляете, да, сколько машин ездит в природе? Если мы будем говорить про одних Мерседесов, Тойот, Ниссанов. Представляете, в каждой стране, где они производятся, есть огромное количество контор, которые производят запасные части именно этих машин. И не надо забывать, что рядышком с нами есть замечательная страна под названием Китай. Да, Китай – это очень круто. Так вот, я не буду говорить, что Китай – это плохо. Поверьте мне, в связи с тем, что мне пришлось там побывать и неоднократно, я скажу, что, ой, ребятки, Китай – это наше будущее, уж поверьте мне. К слову, здесь запчасти не только на иномарки. Здесь все запчасти на ваш любой автомобиль. И автобусы, и грузовики. А еще здесь могут купить ваш автомобиль. Чем это все хорошо? Я вам сейчас объясню. Была такая ситуация, я это видел. И когда-то на этого человека и работал. То есть мы получали приличные деньги, не сильно много работали. Это было красиво. До сих пор он в работе. И до сих пор люди, которые работают на него, получают такие же приличные деньги. Я, к сожалению, вышел из той категории. И мне приходится другими вещами заниматься. Но у вас есть другой вариант смотреть уже на мою работу. Потому что если бы вы работали вместе со мной, то это было бы круто. Так же, как круто работает фирма СВ Авто, которая располагается на улице Октябрьской, 22.